Друзья, всем привет-привет! Приветствую вас на канале Чудак Рыбы Монстры. И с вами ведущий Андрюха из города Риги. Ладно, не будем шутить. В отражении, видите, я лежу. Мне не тяжело лечь на диванчике и аккуратненько рассказать вам ролик сегодня про Малинезии. С нами тут моя собачка Карамбочка. Колямбочка. Ну, тимой сладенько. Лежи тут. Все, лежи. В аквариум это 270 литров. Ребят, посмотрите, какой аквариум тянет. 270 литров, а тут 150 рыбы. 150 штук? Нет, 170. В аквариуме продувочка стоит, компрессор Шего. Это всегда мои любимые компрессора, я их люблю. Не то, что рекламирую, чем их рекламировать? Мне Шего ни копейки не платит, никогда не платил. И вообще, это просто мое сугубо личное мнение. Как и у каждого у вас, может быть, свое мнение, как вы считаете, нужно делать, так вы и делаете. И главное, никогда никого не слушайте. Бывают такие советы, сидят диванные эксперты, такой бред пишут, просто слов не находится. Друзья, слушайте только себя. Видим сомик таракатум, видим меченосцы, видим малинезии, черных малинезий пока нет, должны на днях быть. А это золотые малинезии. Кто их золотые называет, кто желтые. Хвостики есть простые, есть лира. И среди них и плавают дискусы. Дискусы это, я их приравнял к живородящим рыбкам. Почему? Потому что эти дискусы, являются не из самых лучших. Они вообще, то есть это так, экспериментальные дискусы. И поэтому клиенту они однозначно не пойдут. Потому что никого никогда я не обманывал. И ни в коем случае не посоветовал бы рыбку или даже привез человеку рыбку, если она ему... Я знаю, что она не такая, какая должна быть. Поэтому я всегда говорю честно, можете обращаться ко мне с удовольствием. Так, малинезия. Малинезии уже вот эти, малинезии уже половозрелые. То есть вот только наступил у них период малечков. Только настолько молодые, что вот это практически первые их роды. То есть некоторые уже малечков кинули. Видите, снизу у нас вот такое, видите, столпотворение. Это я, бываю, кормлю... беру миди, натираю на терочке и опускаю аккуратненько. И остаются такие хвостики от миди. Кто кормит, тот знает. И малинезии доедают, сомики доедают, анцитрусы доедают, кое-когда. Но после того, как вы покормили мидии, в аквариуме чуть-чуть вода мутная, потому что, как вы знаете, мидию натираете, крабовую палочку, видите, немножечко мутная вода. Гурами плавают среди них. Для меня гурами это вообще рыбка, которую недооценили, да, многие, то есть пишут мне. Гурами это однозначно маленький санитар. Доедает что-то, ищет усиками, то есть рыбка неприхотливая вообще, кислорода не требует, никого не обижает, спокойная, красивая рыбка, но на любителя. Малинезия, видите, некоторые хвостики лировые, такие красивые хвостики, у некоторых флаговые, кстати, у меня флаговые когда-то были малинезии, но сейчас в Латвии очень тяжело найти флаговых малинезий. С гуппи проблема в Латвии однозначно. Даже если есть гуппи, погибают, потому что мешают, нереальная мешанина идет. То есть, если вы породистую берете гуппи, с ними вообще не однозначная проблема. Если взять где-то у кого-то, кто-то там дома развелись на местной водичке, все будет хорошо. Но когда привозная рыбка, именно Польша, вы столкнетесь с большими проблемами. Вот в этом я уверен на 90%. Поэтому я польскую рыбу, не очень люблю именно гуппи. Потому что если погибает, вы привезли 400 штук, у вас 400 лягут, думаешь со временем, больше я не хочу заводить гуппи. Хотя рыбка-то суперская. Видите, у меня лежит кувшин, замок какой-то и горшок, в котором сидел когда-то эхинодорос. Оставил, потому что туда бывает заплывает и рыбка, видите, туда. Она мне не мешает чистить аквариум, чистить дно. Я беру, у меня шланг есть. И там раз через день, через два, когда есть настроение, когда хоккей, то есть время есть, я беру, оп, и поменял, например, 20 литров, 30 литров воды. Даже вот я говорю, что у меня перенаселение в аквариуме, но если у вас стоит вот такой фильтр, если у вас стоит протока, так вообще можете забыть. Если у вас выносной фильтр тоже, я не любитель выносных фильтров, так как когда у вас много аквариум, про какие выносные фильтры мы можем говорить. Когда у вас один аквариум, конечно, два, можно создать нереальную красивую картину, выносные фильтры, все супер, все красиво, все дорого, супер свет, почему бы нет. Но когда у вас много, или у вас должно быть очень много денег, или очень много времени, или чего-то очень много. Так что, ребят, показал вам своих малинезий, тут немного, 150 штук плюс-минус, там малинезии с меченосцами, рассказал, показал, поделился. Большое вам спасибо, что вы смотрите. Делитесь моим видео, ставите лайки, комментируйте.
огромное. Всем спасибо, потому что я каждый комментарий ваш читаю. И очень вам признателен, друзья. Всем пока.